Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, я высоком говорит, уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично, и к жизни тянется другой. Но вряд ли печаль иссякнет, как дождик и эскимо. Без дела в рубашке белой он будет смотреть в окно. Поверх забытой толстой книги и сигареты без огня стеклянным взглядом будет двигать пейзажи пасмурного дня. И разглядев безлюдье пляжа двух сумасшедших, не гляже, не улыбнется он и даже не позавидует. Уже разбилось все то, что снилось, на мелочь, но между тем так рано ждать от стоп-крана решения всех проблем. И снова со свинцом во взгляде покинет он хрущевский дом, где алкаши в дворовой хляби, и доктор выжжет ожом, и улетит в знакомый город, где жизнь по-прежнему течет, где был он так любимый молод, и может встретиться еще с той нежной и безнадежно забытой и дорогой. Может, она не сможет заметить, что он другой. И будет праздник, будут гости, узоры будет вид листва. Ни у кого не будет злости на глупости правительства, а только легкая усталость от музыки, от вина и грусть, что мало так осталось. И остается пить до дна ту осень, что в лентах просит. Уж скоро начнет плясать, как медом, зеленкой с йодом, залечивая леса. Да, осень на лентах просит, уж скоро начнет плясать, как медом, зеленкой с йодом, залечивая леса. Пьезик, басы убери. Старинная народная китайская песня о тяжелой жизни уругвайских и молдаванских землекопов. Тело в грудь попало мне, спасся я в степи на лихом коне. Но шашкою меня комиссар достал, покачнулся я
и с коня упал. Эй, ой, да конь мой вороной, эй, да престольной, эй, да ты густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман. Одной ноге я пришел с войны, привязал коня, сел я у жены. Но счастье не прошло, комиссар пришел, отвязал коня и жену увел. Эй, ой, да конь мой вороной, эй, да престольной, эй, да ты густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман. Спасся со стены под рубах, снял хату, запалил, за обрез достал. При советах жить, торговать свой крест, сколько нас таких уходило в лес. Эй, ой, да конь мой вороной, эй, да обрез стальной, эй, да ты густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман, да батька атаман. Спасибо. Ну, еще немного Митяева. Помнишь вообще? Митяева. Я его видел даже. По три раза в году поди покос, а у нас из окна лишь пустырь да в снегу полынь. Да морозы стоят, что на двор не покажешь нос. На другой стороне земли зимой, как в июле у нас в России цветут луга. И казалось бы взять, уехать, да бог с тобой. Затоскуешь, запьешь и за год сойдешь с ума. Это только мальчикам города Тобольска снятся путешествия в дальние края. И былые доблести Ермакова войска примеряют мальчики ночью на себя. На дворе лишь начало век, десятый год, и в своем государстве покоя давно уж нет. А нас опять на край света другим помогать несет. И кто совсем пропадает там, кто на много лет. А на Цейлоне острове пленные матросы из тягучих сумерек горький пьют настой. Снится им смородина, речки да откосы,
и до помешательства хочется домой. А дорога обратная суток не меньше ста, а вода в океане соленая, как рассол. И Тобольская церковь без них словно без креста заунывно бьет в колокол, как кулаком о стол. А на Силуни острове или на Майорке русскому с татарином никогда не жить. Родина есть родина, лапти да махорка, так скроила матушка, и не перешить. Махорка, так скроила матушка, и не перешить. Александр Куцепалов, Роман Забелин. Спасибо, ребят. Продолжит наш концерт Дмитрий Лимонов. Пожалуйста, встречаем. Дима сегодня презентует свой новый диск, который сделан у нас силами нашего клуба «Музыкальная среда» и мной лично. Вот, сам себя не похвалишь? Да, не дорос я до этого. На всякий случай напоминаю, что сейчас все, что здесь происходит, идет прямой эфир. Соответственно, можно посмотреть еще и по телевизору, по компьютеру. Так, начну я со своей песенки, написанной совсем недавно, буквально недели две назад. Осенняя песенка «Последний погожий денек». Увидание лесов, увидание полей, частый дождик с облаков, желтый листик на земле, отдают свои плоды нам осенние сады, и последние грибочки собирают грибники. На пустых ветвях рябины гроздья красные горят, и хозяйки расставляют по кладовкам банки в ряд. Все на месте, все при нас, в кладовой стоит запас, чтобы зимнюю порою он порадовал бы нас. Эти банки и кадушки чудно будут хороши нам для дружеской пирушки посреди глухой зимы. А пока денек погожий посредине октября, к наступлению метели приготовилась земля. Светит, но не греет, все прозрачно и свежо. Лист последний пламенеет, чисто, тихо, хорошо. К наступлению метели приготовилась земля. Я сижу, день погожий посредине октября. Ну, поскольку презентация нового диска, спою две песни. Одна песня дала этому диску, в общем-то, название «Я начинаю с нового листа». Вот это песни, которые я пел на музыкальной среде, на живой струне в Кузьмало, вот в течение прошлого сезона. Отобрал Вадим Елисеев 21 штуку, вот они вошли в этот диск. Я начинаю с нового листа. О, Боже, не позволь мне ошибиться. Моя любовь чиста и высока, нежна и недоверчива, как птица. А за спиной прошедшие года, и встреч минувших вьется вереница. Придут на смену новые
никогда. А эти никогда не повторится. Как надоела жизни суета, притворное желание веселиться. Уже видны морщиночки у рта, но как хоть на минуточку забыться? Зачем мне этим рады, зачем мне этот разум мудрится? И разума холодная водица. Хочу начать все с нового листа. Хочу хоть на минуточку влюбиться. Не нагляжусь в бездонные глаза. И шелк волос и кожа бархатиста, и нежностью наполнены слова. И руки, как встревоженные птицы. Вы свет в окне, вы как в ночи свеча. О, как оберегаю это пламя. И первое чуть слышимое «да» скрепил я воспаленными губами. Мне ваша неземная красота еще не раз впоследствии приснится. Быть может, разойдемся навсегда. Но умоляю вас не торопиться. Я начинаю с нового листа. О, Боже, не позволь мне ошибиться. Моя любовь чиста и высока, нежна и недоверчива, как птица. Ну и песня одна из этого диска. Получилось так, что самый лучший, как это, хороший блок песен там, это песни про водный туризм. Вот одна из этих песен. Морской шестивесельный ял, не раз побывавший во льдах, уключен потертый оскал и лапки на серых бортах. И весла для нас разбитых ладони нытьем, консервов недельный запас, и гнутся за ним комарьем. Мы гоним нагруженный ял, где солнце не меркнущий глаз, где берег из сосен и скал, и ветры не жалуют нас. И все-таки это мое, и все-таки это для нас. Идем не за длинным рублем, не ради возвышенных фраз. Здесь надо преодолеть, держаться, не отступить, и твердо стоять на земле, и заданным курсом проплыть, пройти, оставляя свой след, а не выжженный лес. Нам жить еще тысячу лет, уйти, оставайся здесь. И пусть в пенсионной дали уют санаторный покой, нам северной этой земли не будет хватать порой. Где надо преодолеть и твердо стоять на земле, где мы оставляли свой след, свой след, а не выжженный лес, свой след, а не выжженный лес. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. И продолжит Володя Юрков. Володя на сцену приглашается под ваши бурные аплодисменты. Я сяду. А там проводочки заберу. А я заберу. Из рук в руки. Сколько на проводке? Хорошо. Да-да-да, я его съем когда-нибудь. Ну и что? Так, будем подсматривать текст.
Третий глаз открылся. Так вот где он. Ну да. Про каменный цветок вспомнил. Что не выходит, Данила, мастер, каменный цветок? Не выходит! Да. Добрый вечер. Слышно? А, звук-то надо включить. Извиняюсь. Все есть, да? Первая песня «Мимо города река». Работящий на спине широкой тащит мусор, лодки, облака. Мимо города река, над волнами теплоход блещет белыми боками, бурю новую в стакане он на палубе везет, он на палубе везет. В эту бурю нас с тобой затянуло, как ни странно, а за стенками стакана небо профиль голубой, и волнуется река, но не из-за нашей ссоры. Слава Богу, разговоры не мешают ей пока, не мешают ей пока. Если мы не доглядим, и стаканчик разобьется, наша буря разольется, вот тогда и поглядим. Если буря разольется, что же будет? Поглядим. Мимо города река. Переборем, перемелем. Осень, но мы все равно все бодренькие старички. Все равно ля минор. Переборем, перемелем мы с тобою все печали. Будет светлым, как в начале, нас с тобою жизни путь. Мы же верим, мы же знаем, но стало быть едва ли. Помешать нам в этом деле сможет, ну, хоть кто-нибудь. Мы же верим, мы знаем, ну, а стало быть, едва ли. Помешать нам в этом деле сможет, ну, хоть кто-нибудь. Дали-дали-дали-дали-дали мы с тобою открывали, словно дверь ногой пинали и входили, не спросив. Было-было-было-было-было, чуть ума и много силы. Но мы же буквы прописные, а не жиденький курсив. Но мы же буквы прописные, а не жиденький курсив.
спорим, перемелем мы с тобою все печали. Слышишь, птицы прокричали нам про осень на дворе. Только что нам эта осень, мы года как листья сбросим, да и будем красоваться, как деревья в серебре. Только что нам эта осень, мы года как листья сбросим, да и будем красоваться, как деревья в серебре. Дали-дали-дали-дали-дали, мы с тобою открывали, словно дверь ногой пинали и входили, не спросив. Было-было-было-было-было, чуть ума и много силы, нам уже буквы прописные, а не жиденький курсив. Нам уже буквы прописные, а не жиденький курсив. Нам уже буквы прописные, а не жиденький курсив. Спасибо. Молодец, отрывно. А это мы сейчас с тобой играли на лампушке. Я еще задержусь. Я еще задержусь в этом месте на несколько дней. Сколько дел недоделано и недосказано фраз. Бесполезно с кукушкой спорить, ведь сверху видней. И ей на ухо шепчет крылатый небесный спецназ. За спиною огарки полей тех, что были жневьем. За спиною озера бездонные, пролитых слез. Все мы в хоре едином, но каждый поет о своем. Боль чужую не воспринимая всерьез. Я как мир, не раскрывший глаза за 2000 лет. 20 000 расцветов загнал, как в патронник патрон. Безрассудно по жизни мечусь и полю в белый свет. Результатом гордясь, словно Рим, запаливший нейрон. Прозрение приходит, как правило, задним числом. И приносит билет, но уже паровоз отгудел. Я сижу в недостроенном доме за шатким столом. Сколько фраз недосказано и недоделано дел. Я сижу в недостроенном доме за шатким столом. Сколько фраз недосказано и недоделано дел. Спасибо. Спасибо. Володя Юрков, Роман Забелин. Ром, ты не уходи. Я так понимаю, что... А сейчас хочу пригласить на сцену актера, режиссера, автора книги «Теория бардовского искусства» Леонид Коронов. Пожалуйста, на сцену под ваши аплодисменты. Аплодисменты-то где? Вот у нас сегодня такой маленький анонс. Суть его в том, что на базе клуба «Музыкальная среда» вот мы поговорили с Вадимом Елисеевым, с Ириной и решили создать школу, а точнее говоря, мастерскую актера музыкально-поэтического искусства. Объясню
чуть-чуть поподробнее, что это такое. Понятно, что существует так называемое бардовское искусство, но поскольку сейчас бардовское искусство такое понятие, чересчур размытое, оно чуть-чуть ушло, то есть появилось много исполнителей, появилось много поэтов, музыкантов, то бишь композиторов, которые пишут, да? А в старом понимании бард — это который и пишет, и играет, и сам и исполняет, и так далее. Вот суть этой школы – это все-таки позволить тем людям, которые хотели бы начать учиться, работать в направлении данного жанра, а также те люди, которые уже имеют тот или иной опыт работы в данном жанре. Школа подразумевает несколько циклов. Первый цикл – это начальный цикл, в котором будут даны основы актерского мастерства. Второй цикл – это уже непосредственно само актерское мастерство. И третий цикл – это развитие актерского мастерства. В школе будут преподаваться дисциплины, которые являются аналогами дисциплин, преподаваемых в театральном вузе. То есть, по сути дела, это такой, если так можно выразиться, краткий курс мастерства актера, то, что у нас преподается на Маховой. Но поскольку он имеет свою специфику, я считаю, что жанр наш, в котором мы работаем, он очень сложный, потому что помимо того, что человек должен уметь красиво написать, красиво сыграть и еще красиво преподнести свое творчество, то в данном жанре, конечно, работать, учиться всем. Вот мы предлагаем совместно с музыкальной средой восполнить тот или иной пробел, который есть у людей, помочь разобраться, начиная в поэзии. То есть эта школа совсем не обязательно, что в ней будут люди, которые только владеют в том числе и инструментом, гитарой в данном случае. Вполне возможно, что этот человек может владеть любым другим инструментом или вообще полностью не владеть, потому что там будут преподаваться такие понятия, как анализ поэтического произведения, сценическое действие, сценическое мастерство, интенционное движение, ну и очень много разных премудростей. А также мы решили, что тем людям, которым хотелось бы, мы параллельно создадим еще курс гитары, что, я думаю, тоже будет интересно и немаловажно людям. Вот такое начинание. Я думаю, что вы его в той или иной степени поддержите. Более подробная информация будет выложена на сайте «Музыкальная среда». Также можно будет напрямую обращаться к Вадиму или Ирине, или звонить, к примеру, мне по телефону. Но это все будет оговорено на сайте. Там будут даны те дисциплины, которые будут преподаваться, почасовка. Я думаю, вам будет интересно это почитать. Кого заинтересовало прямо сейчас, вот к Леониду подойдите в перерыве и можете поговорить уже о каких-то конкретных вещах. Ну, день у меня был сегодня напряженный, поэтому я постараюсь коротенько. Thank you.
одевает. Бессонницы моей кибитка кочевая. Благодарю судьбу за то, что не один. Летит песок, мгновенье рвет брезент, годам на перевязку и мчится вспять сюжет. От станции развязкой месяца над ним трепещет завиток, и месяца над ним трепещет завиток. Луч тучи, фонари, зеленые ограды, и мы спешим туда, куда спешить не надо. Но все же поспешим, я знаю, там не спят. Еще полночный час не выкрикнул, по коням, чем раньше мы домчим. Тем раньше нас прогонят, тем раньше не простят, и годы полетят. Тем раньше не простят, и годы полетят. И ветра перетоп, и капля дождевая, и я теперь никто, и я об этом знаю. Кибитка, торопись, в лицо летит песок, мгновенье рвет брезент, годам на перевязку и мчится вспять сюжет. От станции развязка, и месяца над ним трепещет завиток, и месяца над ним трепещет завиток. Тяжело на чужой. Ну, сам виноват, не привез. Чего-нибудь веселое, нет? Маргаритка, летайте ночью. И неважно, сколько нынче вам лет, скоро нацать, а может нацать. Несомненно, сударыня, это любовь. Сердце в вашей груди клокочет, и рассудок не в силах вас обладать и желание удержать. Господи, как прекрасен этот полет. Легкость какая в движении птичьим, кого хочешь, сведет с ума. Боже, душа на свободе поет, и, удивляя сонной крыши, воспаряет сама. Если вы до сих пор в мечтаниях сладких о принце на белом коне, конфуз, несомненно, сударыня, это разве стоит судьбой тягаться? Ну а если не мется, ну что тут поделать? Привлекайте силы извне. К примеру, на первое время пегасовы крылья сгодятся. Господи, как прекрасен этот полет. Легкость какая в движении птичьим, кого хочешь, сведет с ума. Боже, душа на свободе поет, и, удивляя сонной крыши, воспаряет сама. Ну а если вам глубоко зацать, не стоит так огорчаться. Сударыня, вы все понимаете, годы берут свое, а все-таки хочется, хочется верхом на метле промчаться. Так что ж вы сидите, хотя бы на метр прыгайте, е-мое. Господи, как прекрасен этот полет. Легкость какая в движении птичьим, кого хочешь, сведет с ума. Боже, душа на свободе поет, и, удивляя сонной крыши, воспаряет сама, воспаряет сама, воспаряет сама. Спасибо. Спасибо, Леонид. И приглашается на сцену Виктор Ракитин. Пожалуйста, Виктор Ракитин на сцену. Приглашается, и аплодисменты с вашей стороны.
такие софиты, ничего не видно, так сказать. Просто кошмар какой-то. Да. Ну вот, октябрь у нас такой месяц. Очень много дат самых разных. А поскольку я пишу музыку на чужие стихи, поэтому я тут не мог обойти одну дату. Это лицейский день, 19 октября. Ну и начнем с Александра Сергеевича Пушкина. Бог помощь вам, друзья мои, в заботах жизни, тяжкой службы и на пирах разгульной дружбы, и в сладких таинствах любви, и на пирах разгульной дружбы. Бог помощь вам, друзья мои, Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в чужом краю, в пустынном море, и в мрачных пропастях земли, в чужом краю, в пустынном море. Бог помощь вам, друзья мои. Вот так совпало, что именно в этот день родился один из основателей бардовской песни у нас в 20-м столетии, это Александр Галич. Вот и его памяти такая песня на его стихи. На стене зазвенела гитара, зацвели на обоях цветы. Одиночество Божьего дара, как прекрасно и горестно ты. Что, быть может, волшебней, чем это, всей пропаже земной вопреки. Одиночество звука и цвета, и падение последней строки. Собирается небыль в дорогу и становится былью потом. Кто же может указывать Богу и заведовать Божьим путем? Но к словам, ограненным строкою, и к холсту, превращенному в дым, так легко прикоснуться рукою. И соблазн этот так нестерпим, но не знают вельможные сваты, что не всякая близость близка, и что в храм раминорной сонаты недействительны их пропуска. Одиночество Божьего дара, как прекрасно и горестно ты. На стене зазвенела гитара, зацвели на обоях цветы. Спасибо. Вот совсем недавно еще одна дата замечательная. Правда, и вчера, вот тут, оказывается, круглая дата Андрея Белого была. Ну, а все мы любим замечательного прозаика нашего, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина. Вот тоже была круглая дата, 22 октября. 140 лет со дня рождения. Значит. Вот, и он, кроме этого, замечательный поэт. И вот у меня несколько есть песен на его стихи, одна коротенькая. Вот, казалось бы, такой религиозный мотив, да? Но очень интересно
построенный, ну, не так, как, скажем, там обычно на религиозные темы. Господи, помилуй, Господи, прости, там и так далее. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет Господь, сына блудного спросит: был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, только вспомню вот эти полевые цветы меж колосьев и трав. И от сладостных слез не сумею ответить к милосердным коленам припав. И от сладостных слез не сумею ответить к милосердным коленам припав. Спасибо. Спасибо огромное, Виктор Ракитин. И в заключение нашего первого отделения я с удовольствием приглашаю дуэт. Наталья и Сергей Русановы, пожалуйста, встречаем. Поем известные песни. И первая песня – это «Последняя поэма» Алексей Рыбников. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. К берегу сот, милый кот, милый друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, погляди, ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня. Полночь забвений на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет
ли примет ли облик безвестного образа, будто случайного, примет ли облик безвестного образа, будто случайного. Это не сон, это не сон, это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Это любовь моя, это любовь моя. Спасибо. Русская свадебная песня. Вьюн над водой. У кого свадьба? Готовьтесь. Вьюн над водой. Ой, вьюн над водой. Вьюн над водой. Расти. Привели ему,
Васюшку. Это вот мое, ой, это вот мое, это вот мое, Богом суженое, это вот мое, Богом суженое. Цыганская песня. Бирюзовые золотые колечки. Искать мне потерянных колец, не вернуть любви за бабушки, знать и счастью конец. Дам дари 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 дам дари дам дари 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 дам дари 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 дам дари дам. Ой, звени, играй, гитара милая, разгони тоску мою, печаль. Он ушел, стала жизнь постылой. Ничего теперь не жаль. Дам, дари, 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 дам, дари, дам, дари, 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 дам, дари, 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 дари. Цыганская.
ничего теперь не жаль. Дам дари 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 дам дари дам дари 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 дам дари 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 дам дари дам дам дари 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 дам дари дам дари 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 дам дари 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 ничего теперь не жаль. Спасибо. 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 Мы очень рады, что вам понравились эти песни. И мы вас приглашаем на наш сольный концерт, который состоится 3 декабря в 19:00 в арт-клубе «Книги и кофе». У нас есть такая маленькая афиша, мы ее разложим на столы. Кому интересно, возьмите, чтобы прийти к нам. И в программе будут русские песни и романсы, песни из кинофильмов. Приходите, будем вас очень рады видеть. Ну что, господа, перерыв?